Да. Вот вчера все ваши улицы спали. Молодцы, красавцы. Дайте наклеечку. Не, наклеечки не раздаем. Блин, ну хоть это, прилепите на окошко, сфотографируйте, я не против. На самом деле, шучу, я поехал. Всего доброго, спасибо. День добрый. Да, стоп-хам. Ребят, молодцы, бесспорно, чай не дадим, не едем. Прям, да, мы очень благодарны, что вторые ребята прям под проводами не стояли, ребят, пожалуйста. Там дальше есть место, можете найти, попробуйте. Здравствуйте, девушка. Федеральный проект стоп-хам. Вы припаркованы вторым рядом в троллейбусе. Здесь, видите, группа, кажется, собралась уже. Статит, кто ждет, и целый, как троллейбусы проехать по-вашему? Он же по вам не сможет проехать, правильно? Доброй ночи, Федеральный проект стоп-хам. Вы не могли бы отъехать? Сейчас, Анечка, садится. Сейчас, 2 минуты, ребят, можно? Две минуты, можно? Просмотрите. Чуть-чуть, я понял, да, без вопросов. Вперед, отгони, сейчас они выходят. Они оделись, сейчас выходят. Вперед, да, давай. Спасибо вам. Вы просто так уедете? Нет, уедете? Ну, сейчас, я плею. А вы припарковались? Федеральный проект стоп-хам. Не могли бы, пожалуйста, встретить у ряда машину? А ты кто такой? Я? Да, ты уполномоченный, там работаешь где-то в органах, ты там... Нет. Милиционер. Я человек простой. Ты человек, да, я тебе за тебя рад. А если я уеду, и меня зарплата лишат, ты за меня заплатишь зарплату за моего начальника? Да. Ты что, хам, бля? Но зачем вы должны лишить зарплаты? Ну и вот я отъехал, мне сказали здесь стоять. Но это третий ряд. Да ему все. Я с вами надо разговаривать. Я тебя услышу. Да, но вы уберете свою машину. Все, будь здоров. Вы берете машинку, либо вы должны будете наклеить наклейку. Да, а если я тебе наклею наклейку? Тебе не эти твои акламоны, никто тебе не поможет. Подлей вам наклейку тогда. А я тебе бью, и дальше что? Ой, ты вызываешь милицию? А ты что лезешь? Иди худи, Тома. Не клей, я отъеду сейчас. Давайте отъезжайте. А ты иди худи. Так сложно быть культурным. Да. Доброй ночи, Федеральный проект стоп-хам. Не могли бы, пожалуйста, убрать машину в парковку вторым рядом? Будем очень благодарны. Здравствуйте. Доброй ночи, Федеральный проект стоп-хам. Не могли бы, пожалуйста, убрать машинку или вот припарковать? Я всегда мечтал вашу программу. Ну вот теперь попали. Красавчики! Наклею, подожди. Дай стоп-хам, дай его. По-братски, дай я наклею. А почему не клеите? Потому что люди просто... Я не снимаю, но надо сказать ради бога. Покажи мне. А можете машинку брать, пожалуйста? Чушь, штана! Убери машину! Свой народный джаз. Справа отчаянно. Все, он убрал машину. Все? Да, спасибо большое. Ты скажи, что... Ну все. Это наш человек. Саган, убери машину, он сейчас уберет машину. Все, давайте, спасибо, ребята. Да. Да ладно? Да. Вот вчера все ваши улицы спали, молодцы, красавцы. Дайте наклеечку. Не, наклеечки не раздаем. Блин, ну хоть это, прилепите на окошко, сфотографируйте, я не против. На самом деле, ладно, шучу, я да. Всего доброго, спасибо. День добрый, да, стоп-хам. Ребят, молодцы, бесспорно, чай не дадим, не едем.
Прям да, вы можете благодарны, чтобы с нами рядом, прям под проводами не стояли, ребят, пожалуйста. Там дальше есть место, можете найти, попробуйте. Здравствуйте, девушка, федеральный проект «Стоп-хам». Вы припаркованы вторым рядом в троллейбусе. Здесь, видите, пробка аж собралась уже. Из таких, кто ждет, и целый, как троллейбусы проехать по-вашему? Он же по вам не сможет проехать, правильно?